Где можно отдохнуть в Ярославле? На Прусовских карьерах. Вот тут. А как правильно это сделать? Сейчас увидите. Наша веселая компания решила отдохнуть на природе, а точнее на Прусовских, или как их у нас еще называют, на Ярбайкале. Так как живем в разных местах города, то встречу назначили у Октябрьского моста, чтобы организованной колонной отправиться в назначенный пункт. Но некоторые, не буду называть кто, все-таки умудрились поехать не туда. Потеряшки нашлись благополучно. Въезд на территорию зоны отдыха платный. Пока я снимала красоту, все куда-то исчезли, кто налево, кто направо, и я сама потерялась. Зато встретила моржа, который только что вылез из проруби. Есть же любители искупаться зимой. Места здесь красивейшие. Величественные сосны, чистый воздух, да и погода нам подфартила. Исторические кадры. Мы определились с местом нашей стоянки и решили согреться, а вернее зажечь. Зажечь так, как мы умеем. Oh,
есть все коротко и в одном. За прекрасную погоду, за то, что самое главное, мы собрались и вышли нашей бандой, нашим замечательным коллективом и зажгли в этом лесу зимнем, красивом. И погода нам подыграла. А? И погода нам подыграла. Погода, снег, солнце. Даже Ира отложила свое посещение. Да. Это дорогого стоит, если хочешь. Очень дорогого, поэтому это замечательно. И не зря, как оказалось. Да? Да. Ты представляешь, толчок всему я же отрываться от коллектива не могу. На районе, девчонки! Ура! А теперь наша дружная Опа! Я уже нагрела. А начало-то положено было что? Танец шашлычок. Потихоньку пустеет. Бутылки тоже пустеют. Наташа, скажи еще раз свой тост, пожалуйста, пока Ира. Да, вот этот. Так, слушаем тост. Дубль два. Да, потому что не снималась. Тост дубль два. Наташа говорит. Значит, я предлагаю выпить за следующие приятные моменты в жизни. За здоровье не пьют, о нем молятся. А за счастье не пьют, за него борются. За любовь не пьют, ей занимаются, а пьют за мечты, которые сбываются. И опа! У нас печеньки с предсказаниями. Девочки, дайте пока. Оп. Что Бог послал? Бери. А что они там это? Там что-то без нас? С предсказаниями. Да. Хотим? Может, случаем. Хочу. Оля, а предсказания-то где? Там прислала бумажку. Его съесть надо? Нет. Не знаешь, никогда не узнаешь. У меня банально. Пусть все идет своим чередом. Сегодня будьте смелее, не только в мыслях, но и в действии. Сердце и разум начнут жить в мире и согласии. Короче, там где я бы всегда... Это не ко мне. А у меня, возможно, приятное и полезное знакомство. У тебя тоже тебе? Слушайте себе, и все получится, если меня слушать. Можно не комментировать. Вам есть У меня глаза есть. Вот надо было снимать-то что. Внутри. Проявлять активность. Предлагать что-то. Действовать. Да, ой, и мне тоже. Да, Полина, моя с тобой точно. Какое-то большое послание. Дед Мороз щедрыми слова оказался. Сегодня у вас будет возможность провести время с близкими. Вот с близкими время проводит он сегодня. Это не вот они скромно очень предсказания пишут. Нет, сами печенки вкусные. Да, вкусно. А еще не вкусно. У тебя чего там, Наташа? Все прочитали или нет? Прочитала. У меня все хорошо, короче. Дорогущая. Что осталось от нашего стола? Thank you.
по коням. Пока-пока, брусушки. Ну вот, наш отдых подошел к концу. Получив море положительных эмоций и позитива, мы отправляемся домой.